Так, хочу снять небольшой обзор на EGTASH. То есть вот такой вот он закрывается. Да. Это на самом деле сумка для зеркального фотоаппарата. Вот есть крепление на ремень. Здесь написано Adventura 160. У фирмы, как она, Lovepro. На самом деле очень удобно в плане чего? То, что в принципе, когда делали, заботились о фотоаппарате, когда поднимаем за лямки, она не открывается. То есть не закрыта, ни патрон не потеряешь. Что еще плюс? Здесь помимо вот патронташа помещается вот так вот россыпью. Здесь есть отделение. Так, это что, балаклава и манок. Здесь есть отделение, например, тут я ношу повербанк обычно. Тут есть кармашки такие вот оттягивающиеся. И вот здесь вот тут у меня одна пуля лежит, просто так отдельно ее положил. То есть вот эта штука, она на самом деле переклеивается, то есть можно ее... Ну, это фотосумка, кто как бы хоть распользовался. Сюда вот убираю вот два манка. Положу туда балаклаву. Сюда положу вот патронтаж. Вот так, в принципе, даже место есть. Здесь на молнию я немного застегну. До конца не застегиваю. Вот этот клапан. И что интересно, то что он, так скажем, тихий. То есть это пластиковая застежка, это не металлические какие-то там ремни, карабины. Можно его носить вот так за ручку. Он, понятное дело, что на плечо. Причем, видите, как продумано. Вот эта вот противоскользящая вещь. То есть очень удобно. Можно даже на ремень прицепить. Вот так. Это, блин, это реальная вещь. Я не знаю, мне кажется, он... Может, я, конечно, давно покупал. Но мне кажется, стоит она, может быть, даже и дешевле, чем патронтаж. Ой, EGTASH, извиняюсь. Ну, вот такая вещь. Здесь, кстати, да, вот видите, для карты памяти кармашек. Так. А, это ключик от GoPro. Ну да. Да, я в ней носил это в свое время, аксессуар для GoPro. Здесь тоже кармашек. Здесь у меня... Ага. Интересно, как оно там. Ладно. Ну, то есть вот такая вещь.